почему, Володя? Я почему? Без этой. А почему только я? Мы не знаем, выставим этот влог или нет. Понятно. Мы не знаем. Но мы знаем, что мы его снимаем. А снимаем мы для вас, дорогие друзья. Город Бога – это место жизни, место мученической кончины мученика Авраама Болгарского. Это наш незначительный святой, просветитель христианского просветитель нашей земли. Это тот человек, который принес на эту землю православие. Святой Авраам, уроженец древней Болгарии, благочестивый, знатный купец, сознательно принял крещение Христа Спасителя, являясь словом апостольской проповеди и примером богоугодной жизни и образом спасения. Именно на этом месте, у древнего колодца, за свою верность Христу, праведник принял страдальческий венец, будучи казнен четвертованием после долгих жестких пыток. На обогрённом кровью месте от воды священной по подвигу верного святого стали совершаться исцеления и чудотворения. И по сей день, благодатью Божией, святой мученик Авраам Болгарский, чудотворец, незримо присутствует в пятом святом месте и мая молитва, обращающаяся к нему. Что-то прям взяли и вот содержали бухарь. Это все правильно бывает, да? В один прекрасный момент пришел человек, бизнесмен, и говорит: не знаю, что, не понимаю, что неправильно это дело в бизнесе. Как-то по-другому, а как правильно в бизнесе? Достроил этот колодец и уехал из него по другой дороге. И перестал этим бизнесом заниматься. И вот этот такой меценат, после него осталось такое чудо, которое он сам сделал. Как водичка? Хорошая. А ее можно пропить, да? Да. Да. Проблема, но у вас не вся вода немножко вот сюда идет. Там уже вот правые реки, там, где у вас вот этот вот разлив, где такое самое широкое место, смотришь, ощущение, что просто море. Ну это как раз полянки. Да. Это туда еще, а и там еще там тоже огромные. Купаться же можно, да? Ну вот люди купаются, смотри. Ну, я имею в виду, что у нас в Кубани тоже купаются, но нельзя. Купаются.
Володя, ты сувенирчик выбрал себе? Что ты выбираешь, Володя? Сувенирчики? Свеженькие, и шоколадные, и такие белые. Это что производство? Турция. Мне, короче, смотрите, понравилось. Икмек. Это с пылу жару? Да. Красота какая. Музей хлеба. Ребят, что там? Тут работали, да? Мы находимся в музее хлеба, музей хлеба. И земледелия в Татарстане. А это что, дегустация? Ну, как сказать, это экспозиция. На все, я все на все. Экспозиция, не путать с дегустацией. Где? Не работает, да? Знаешь что, после такой дегустации, наверное, сразу к стоматологу. Да. Особенно вот эти розочки. Розочки. А? Ну вот видишь, какие молодцы. Музей усадьбы Мельника. Кабинет? А под матрасом у него, наверное, денежки. Там балдахин. В такой люльке еще вот бабушка моя своих своих братьев и сестер качала. Ты мне такой она рассказала. С одной стороны, можно видеть традиции абсолютно исламского характера, с другой стороны, все что-то есть. Ну, возможно, я думаю, мы не будем смотреть. Дорогие друзья, посмотрите, какая красота, это Болгар. Мы сейчас в Татарстане, у нас небольшая экскурсия. Здесь полное совмещение религий, ислам, христианство, все это вместе. И мы, конечно, в восторге от увиденного. Очень под большим впечатлением для вас. Все снимаем, чтобы вы смотрели нашими глазами. Подписывайтесь, пишите длинные, пожалуйста, комментарии, ставьте себе колокольчики, и мы ждем вас на нашем канале YouTube. Сейчас у нас будет трудотерапия. Да, Настя? Да. Группа Ларго идет пилить дрова для Болгара, чтобы было чем топить. Можно, конечно, было сказать, что это мы накололи дров. Надо, ребят, туда-сюда, туда-сюда. Вот, молодцы. Стой. Все. Шатаем. Все, да? Все, аккуратно. Трудотерапия окончена. Да. Как самочувствие? Отлично. Вот, смотри, как здесь. Это все мы. Вот настоило нам только зайти, сразу все сделано. Чудесным образом. Да. Более мелко, видишь? Да, друзья. Без хлебушка нам никуда. Кумчик, будем с тобой тесто готовить. Будешь своему куму блины печь.
блины печь. Или что, не блины? Не, мы блинную откроем. Блинную. Зачем я тебе буду блины печь? Мы вдвоем. Мы вдвоем откроем блинную. Я уже начал, видишь. А Саня будет рекламным лицом нашей блинной. Да, он будет есть. Вкусно будет есть.